По-семейному тепло и уютно прошла встреча соседей, проживающих на улице Молодежной хутора Прикубанского. В этот день прозвучало много добрых слов в адрес всех, кто живет здесь и делает свою улицу чистой и красивой. На празднике побывала наша съемочная группа. Здесь соседи и друзья, это улица моя. Праздник улицы – хороший повод познакомиться с ее замечательными жителями, которые сроднились с хутором Прикубанским, одним из самых привлекательных и благоустроенных в Славянском районе. Атмосфера праздника чувствовалась с самого его начала. Все с интересом выслушали историю улицы, которая уже более полувека. Улица дружная, все знают друг друга. Собираясь на лавочке, делятся новостями, полезными советами и всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. И несмотря на то, что по улице Молодежной живут люди разного возраста, разных профессий, разных увлечений, но всех их объединяет одно – большая любовь к родному хутору, своей улице, дому, своим соседям. Поздравляем с Днем соседей! Пусть все сбудутся мечты. Счастье станет чуть заметней, станет больше доброты. На улице Молодежной 56 домов. Сейчас в них проживают 116 жителей. И все они живут в согласии, находят общий язык, укрепляют добрососедство. Конечно, этому помогают и общие праздники. Глава Прикубанского сельского поселения Александр Бельдеев от всей души поздравил хуторян с праздником, отметив, что улица среди лучших в поселении. Она всегда опрятная, чистенькая. Даже несмотря на то, что к вам даже не хотят и квартальные ходить, потому что замечаний нет. Молодцы, что вы поддерживаете улицу свою в таком вот состоянии. Я все-таки думаю, что Молодежная как не лучше подходит название вашей улицы. Несмотря на то, что годы бегут, а молодежь у вас прибывает и не убывает. Это очень радует. Глава поселения пожелал жителям всего наилучшего и вручил благодарственные письма и памятные подарки отличившимся. Были в их числе и те, кто построил на улице первый дом в начале 70-х годов прошлого века. Конечно, и как на празднике без хорошей песни под гармонь. По-домашнему теплым получился этот праздник. Соседи пообщались, вспомнили многое из прошлого, поделились друг с другом душевным теплом. Улица Молодежная славится своими добропорядочными семьями, в которых есть представители самых разных профессий. И все они честные труженики и горячие патриоты родного хутора Прикубанского. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».